Всем привет, друзья! Вы на канале Полина Колосовская. Это мой новый влог. К сожалению, больше я вам ничего сказать не могу, потому что все меня ждут. Подписывайтесь на канал, жмите лайки, поехали! Вечером поедем в аэропорт. А сейчас мы едем покушать. И как прекрасно на улице. Вроде бы 10 градусов, может быть, чуть теплее. Но на самом деле так ветерок. И я немножечко переоделась. Вот, я иду в георгиевскую ленточку, которую потом планирую прицепить на свое пальто. Всем привет! Мы в Москве. Надеюсь, меня нормально видно. Мы сейчас идем смотреть авиашоу, так как сегодня все-таки 9 мая, там идет Кира, здесь ее видно. Мы идем, считай, ой, люблю глобус, и здесь очень холодно, здесь 7 градусов, и я жутко замерзла. Всем привет, мы с Кирой устали. Кстати, сейчас в Москве тепло, потому что до этого, когда мы шли, было холодно, ну мне было холодно, Кире не знаю. Мне было холодно, но ветерок чуть дул. Да, вот сейчас мы идем кушать в кафе наконец, потому что время уже где-то, мне кажется, 11:30, а мы ели только в 8 часов. Хочу вам показать, что мы взяли с Кирой. У меня салат цезарь с курицей. Курица в каком-то там соусе, я не забыла его название. Потом это что-то с орехом пекан. Я обожаю этот орех, кто не знал. Кира, это шоколадный медвик. Потом салат с моцареллой. Такая же, как у меня курица. И у меня чай. Всем приятного аппетита. Наконец-то, спустя неимоверное количество времени, мы вышли и купили мне новые кроссовки. Коротко о том, как мы приехали на ВДНХ. История о том, как мы собирались на ВДНХ, но пошел в дождь. Да. И мы едем обратно. Всем пока. Время без 5:09. Мы выезжаем в аэропорт. Идем, меня туда тащит, а так я вообще хочу в бассейн. Куда куда идти, друзья? Я хочу куда идти, чтобы вы понимали. Мы идем. Почему туда холодно? Я думала, вода будет теплее. Но я, скорее всего, сейчас забегу к разбегу. Только единственное, мне нужно надеть, это не принесла мочку.
Друзья, всем привет! Как вы могли заметить, мы вернулись домой. К нам пошел уже кот. Привет! Он боится. Я показать, у нас тут кот ходит. К нам пришел кот. Ладно. Я тут начала выкладывать свои вещи. Также начала их раскладывать здесь. Также тут лежат какие-то мои вещи. Не трожь чемодан. Чел, ну ты, конечно. Ой, Тиботи, он испугался сладко. Не пугайся. Котик, шш-шш, уходи. Он меня не боится. Он чувствует, что я безобидная. Я все-таки выгнала кота на улицу, правда, вместе с Кирой. Давай, быстренько. Раз, два, три, забегай. Не ты забегай. Чтобы вы понимали, я их не нашла нигде. Теперь иду просто куда мне подсказывает моя душа, просто куда я знаю, куда я могу как бы прийти. Хотя я тут не очень понимаю, где я нахожусь. Своим мнением иду. Ну, туда вот это спуск на пляж. Смотрю, что они пошли на пляж. Вот тут домики. Полина запуталась. Я даже не знаю. Вроде бы главный ресторан называется. Ладно, сейчас, если я найду, то пойду к главному ресторану. Там я точно смогу покушать. Я наконец-то нашла этих людей. И они были там, где и сказали, но почему-то... Они просто спустились на ночь. А ты взяла колу? Это вода обычная. А... Вот. Наконец-то, если меня снимает кто-то, а не моя рука. Сейчас мы ждем, пока у нас будет ужин. Он начинается через минуту, в 19:00. Потом мы поедем в город. 7 часов, то есть мы поедем за 8 часов, не знаю. Вот, на самом деле мы жутко устали после перелета, потому что, ну, если вот говорить по факту, то мы не спали 2 ночи. Мы там где-то что-то промежутками, где-то что-то как-то... По 10 минут по где-то. По 10 минут, да. Вот, может быть, где-то на полчаса нам удавалось засыпать. Вот. И тем не менее мы едем в город, потому что там нужно купить какие-то вещи. Там что-то уже жить, красиво больше. А вот это вот там вот ресторан, хоть как-то презентабельно выглядит. Да, потому что если бы вы видели, как выглядит ресторан на пляже. Наконец-то я вам решилась показать свою еду. Это пита, я просто ее обожаю. Вот это вот, короче, смотрите сами, я не хочу вам это все рассказывать. Потом вот это готовили прям при мне и поджигали. Ну, потом чай и водичка. Всем приятного аппетита по традиции. Мы приехали в старый город, я даже не знаю, как называется, но тут очень красиво. Мы зашли купить мне сумку, а в итоге нам дали а сумку вот такую купили. Всем доброе утро, мы проснулись. У нас скоро заканчивается завтрак, и по традиции мы на него опаздываем. Мы наконец-то выходим на завтрак. Вот так вот я выгляжу сегодня. Нам нужно уже идти, потому что завтрак заканчивается через 29 минут. Мы наконец-то идем завтракать. Посмотрите, как у нас по окна улица классная. Очень.
Да, надо было, правда, наверное, на лицо намазать, потому что здесь у нас сегодня опасное солнце. Как всегда, мой завтрак. Да, тут немножечко растянулось, но смотрите, как чай. Итак, я надеюсь, нас хорошо видно, потому что обычно, когда я так снимаю, оказывается, что я снимала просто что-то ужасное, и нас ужасно видно. Так вот, сейчас мы покушали и идем в номер. Да, я забыла, куда мы идем. Потом пойдем на пляж и будем плавать с масками, которые такие, знаете, все лицо. Друзья, мы выходим на пляж, наконец-таки. Я начала наконец-то монтировать видео. И там были котики только что, но они куда-то ушли. Я увидела, да. Нет, он сейчас зайдет, закрой дверь. Он красивый очень. Ой, какой сладкий. Смотри, какой он красивый, какая милая. Да, я вижу. Она же пока ей откажу. Просто есть одна кошка, мне дети говорили, что есть одна кошка, которая царапается. Ой. Мы сейчас идем на ужин. Вижу, вот так вот. Look at the movie. You sound like the song. My God, this reminds me when we were young. Let me hold you like you. Офигеть, вы просто понимаете, что это за песня? Смотрите, кто пришел. Привет, Кошанька. Привет. Ну что по форме? Ну, типа, смотрите, я такая поворачиваюсь, она тут сидит. И вот есть столько малыха. Ой, привет, кот. Не приходилось, не можно я поглажу? Где много хочешь? Всем привет, мы снова приехали в старый город. Я снова поднимаюсь по каким-то развалинам. Но так как вся моя жизнь, это понимание, что ты поднимаешься по каким-то развалинам всю жизнь. Мы зашли в два магазина, и вот это вот нам просто подарили. Камера. Вот.
Это нам тоже дали. Кокос. Это карамель, я так поняла. Это тоже подарок. Посмотрите, вы даже в России. Помнишь вот эти вот? Да. А только они в других пачках. Да. Вот таких. Нет, это одинаково. Посмотрите, у нас даже в России такого уже не найдется. Кстати, здесь есть. Здесь есть. Я помню, это зеленое в России было. Я не помню. Я помню розовый. А вот как у нас. Мне кажется, у нас таких тоже уже нет. Нет, у нас тут не есть, только делать никакого. Посмотри, Кира. Ой, какие малышки. Сегодня у нас ужин на улице. Посмотрите, это волны в бассейне. Ехали домой, точнее, мы уже покушали. И мы заходили, покупали вот такие вот чипсы. Это с курицей, а это острые какие-то. В общем, будем сейчас их пробовать. Еще один подарок, который нам дали в магазине. Тут жвачки. Они вот так открываются. Привет, друзья. Сейчас я иду на завтрак сама. Первый раз в жизни, потому что Кира не захотела со мной идти сейчас. Еще раз доброе утро. Сегодня я кушаю вафли с шоколадом. Пью горячий чай и воду. Кого я вижу? Привет! Привет, красавчик! Я практически ничего не снимала сегодня, и вообще мы здесь уже четвертый день. Друзья, всем привет! Я сегодня не снимала вам абсолютно ничего, я забыла еще взять свои очки. Сегодня у меня абсолютный день дурения, потому что я не делала ничего, кроме того, что я поела и полежала. Нет, на самом деле начала я монтировать влог для вас. Это вот единственное, пожалуй, полезное дело, которое я сделала сегодня. А здесь я иду на обед. Такую красоту я вижу каждый день, в том числе и сегодня. На улице сегодня ужасно жарко. Ну, для меня это прекрасно, но на пляже я сегодня не была и очень жалею, что не позагорала и не покупалась, когда так тепло на улице. Разговариваю, дошла до ресторана Санторини. Это очень популярный здесь ресторан, такой как Фарша, который я вам покажу чуть позже. И отсюда открывается вот такой вот вид. У меня вчера отломался браслет с ноги. А вот этот ресторан Фарша, напоминает помойка какая-то. Идем, точнее едем кататься на байке. А я стала какой-то мухой. Я не сдержалась, я стала. А я ее мухой. Это мама. Там, вот на этой прекрасной машине мы поедем. Да, стали бы рабство. Я ее взяла в рабство к себе. Я же шейх. А я муха. Лицом вот это вот кайф, то что дрифтить, разгоняться 1000 км/ч и дрифтить, а не то, что мы ехали 1 мм/ч по вот этим вот тропиночкам.
Да, и я даже упала, и не обошлось без жертв. Ауч, это больно. Вот видите. Нашей фотосессии. Я стараюсь снимать так, чтобы не показать вам беспорядок, который творится в нашей комнате, так как сегодня мы сказали, что уборка нам не нужна. Короче, я сейчас иду такая, у меня стаканчик спрайтом во рту, и у меня волосы на лицо, у меня ветер дует, у меня волосы на лицо, и я беру со стаканчиком во рту, который полный, беру такой фигас, и прямо себе на лицо спрайтом. Молодец, Кир, что сказать. Немного переоделась. Я вот так вот я выгляжу. И иду фоткаться в море вместе с Кирой. Ну, как вместе с Кирой. Как видите, сзади ее нет, потому что она, как всегда, собирается очень долго, слишком долго. А потом уже скоро будем собирать вещи, потому что сегодня, друзья, наш последний день здесь. И это последний день, когда мне приходится преодолевать много количества метров, чтобы дойти до пляжа. Вот зато посмотрите, какая здесь красота. А еще я нашла минус плохого зрения. Плюс плохого зрения. У меня не очень хорошее зрение, у меня минус один оба глаза. Я нашла плюс хорошего зрения. Когда вот ты ничего не видишь, когда у тебя минус, ты видишь... Вдалеке ты видишь просто необыкновенные вещи. Сегодня я увидела одну популярную девушку на пляже. Также я еще видела сегодня здесь свою химичку. А, да. Химичку увидела, прикиньте, сегодня иду я такая по этому... Москве. По Москве? Нет, по Египту, прикиньте, иду прямо по центру Египта иду. Шла сегодня на обеде. Вижу, химичка идет моя. Я такая, не поняла. Идет такая она... По ресторану идет такая, видит, химичка сидит за столом, она берет такая водочки, берет тарелочку с салом, садится к ней, такая, здравствуйте, что вы тут делаете, путешествуете, так поехали вместе, вот, я вам сало принесу. Я могу работать, упаковывать. Что ты снимаешь себя, снимай. У меня все в порядке, кстати.
Два слова с чемодан. Это замки? Не, ну а чё? Вы бы попробовали с таким китайским чемоданом разобраться. У меня расходится замок. Да что ты, с чего бы это странно так? Поражаюсь, понаделают китайцы. Сейчас на баре воды себе возьму. Там же открытый этот, как этот, как он назывался? Кулер. Все, он открыт, конечно. Уже гу, уже гу. Ау, больно. Время 4:30. Здесь уже светло. А время только 4:30. Там в кулере вот нет, нет, есть. Вау, наш чемодан потащили. О, это бар наш любимый. Лучше, наверное, вот так. Буду скучать всему этому. Мы уже уезжаем. И перед самым выходом на ресепшене нам дали вот такой сухпаёк, чтобы мы покушали в самолете. Вот лежит. О, круто. Ой, мне помоги все записать. Так, потом. Ой, комары достали, друзья. Что, йогурт? Да, это йогурт. Еще что-то есть. Еще что это? Ой, это клубничный джем и мед. Цветочный мед. Бывает какой-то другой? Ну ладно, бывает, ладно. Что там еще? А, все. И вот так вот мы можем покушать в ресторане. И это очень круто. И вообще первый раз, когда нам дают это. Это очень приятненько. А мы уже едем. А время сейчас только... А время сейчас только 4. Туда нам положили банан. Это очень круто. Ты сущий роллы? Да. Ты, что, ты роллы хочешь? Не знаю, возможно, точно. Чистый пицца. Пицца. Есть чем гордиться. Да и мясной. Ваш заказ. Откуда это? Мы с мамой идем искать мои мухи. Холодно, это жутко холодно, здесь жутко холодно, а я в футболке вот такой вот и в шортах, а здесь 10 градусов. В общем, друзья, я дальше не вижу смысла снимать, потому что сейчас мы поедем домой. Спасибо всем, что посмотрели этот влог, мне было очень приятно снова для вас что-то снять, снова окунуться в эту атмосферу и комфорт. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я вас всех очень люблю. С вами была Полина Колосовская, всем пока!